Здравствуйте, у меня сегодня короткое видео о том, как подобрать не ту ткань, не то лекало, очень сильно облажаться, долго плясать с бубном, чтобы получилась более или менее удобоваримая вещь. Речь идет вот об этом кардигане-жакете. У меня было 2 метра ладена, и я очень хотела что-то сшить по выкройкам Лаформ. Мне понравилось платье 04-26, но я решила шить не платье, а жакет, который там представлен в качестве примера на модели. Однако после первой же примерки я поняла, что выкройки Лаформ это совсем не мое. А выкройки те на очень красивые женские формы. Я рассчитывала, что у меня примерно такие же, но нет. Если посмотреть на фотографию, видно, что длина полочки совсем не моя. Она, видимо, рассчитана на очень пышную грудь. В итоге я решила переделывать лекало. Я уменьшила длину полочки, я подняла линию плеча на 4 сантиметра и заузила рукав. А потом у меня не хватало также ткани на вот боковинку, и я решила вставить клин. А чтобы как-то его оправдать, вот с одной части этого клина я сделала вход в карман. Поэтому получилось все достаточно логично, хотя и не сходится по швам. Самое главное, что я сделала, это я добавила вот такой встроенный вточной пояс. Я считаю, что это было верное решение, потому что он чуть-чуть выше линии талии, то есть линия талии находится по нижнему его краю, и отсюда, с этой вот высоты, ноги кажутся бесконечно длинными, и это очень приятно. В целом, пошив кардигана был достаточно легкий, я сделала его с открытыми срезами, но все равно, прежде чем источать детали, я дублировала край среза, а потом дублерин из шва удаляла. И еще один нюанс, я укрепила репсовой лентой горловину спинки и внутреннюю часть пояса. Пришила 2 пластиковые кнопки, застегивается очень легко и просто. Здесь карманы. И на фигуре этот кардиган-жакет сидит удобно, потому что здесь вот такие защипы спереди и сзади. У этой вещи, естественно, есть как свои плюсы, так и минусы. Самый главный плюс в том, что жакет очень теплый. Он находится у меня на работе, и как только у нас становится холодно, я сразу же его накидываю и чувствую себя очень комфортно. Второй плюс – это то, что ноги в нем, я уже сказала, выглядят очень длинными. И третий плюс в том, что шить его достаточно быстро. Минусы вполне субъективные. Мне не нравится этот цвет. Я считаю, что я в нем теряюсь. Бежевый не совсем мой. И я поняла, что вот эти вот мягкие округлые формы, которые очень любят Лаформ, тоже мне не очень комфортны. Мне больше нравятся там прямые углы, все такое четкое, структурированное. А здесь все такое мягкое, плавное, очень похоже на тулупчик. Будто бы я вышла после баньки попить чай. Это очень классный образ, он такой мягкий, расслабленный, но такая я далеко не всегда. Поэтому вещь комфортная, но не самая любимая. И, в общем-то, у меня на этом все. Экспериментируйте, увидимся в следующей записи. До свидания.